Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ви дивитесь телеканал ЮА Донбас у тестовому мовленні. В ефірі Донбас Лайв Одарченко. Та я нагадую, що працюємо ми у прямому ефірі, і ви у будь-який момент можете долучитися до нас, зателефонувавши до нас у студію за номером 050 210 08 98 або написати на нашу сторінку у Фейсбуці Лайв Донбас Лайв, де зараз на нашій сторінці у Фейсбуці проходить опитування, яке звучить таким чином. На вашу думку, медична реформа покращить рівень надання медичних послуг, чи все ж таки призведе до зменшення кількості лікарів через брак коштів? Будь ласка, голосуйте, висловлюйте свою думку, так чи ні. А зараз до нас у студію у місті Северодонецьку завітав Ігор Слєсарєв, перший заступник Северодонецького міського голови. Доброго вечора, пане Ігорю. Добрий вечір. Сьогодні тему, яку будемо обговорювати тут у прямому ефірі, це підвищення тарифів на виведення твердих побутових відходів та вже, яке сталося підвищення вартості проїзду в міських маршрутних таксі та тролейбусах. Ну, все ж таки, повернемося до підвищення тарифів. Знаємо, що 29 березня було звільнено керівника комунального підприємства Олега Кравцова, і що це відбулося практично ж після спроби провести громадські слухання про підвищення тарифу на вивезення твердих побутових відходів. Все ж таки, очікувати зараз міському населенню на підвищення ось таких тарифів? Ну, во-первых, я хочу успокоить наших жителей нашего города. На сегодняшний день городская власть не принимала никаких решений по поводу повышения тарифов на вывоз мусора. Все, что там происходит, есть определенные люди, которые ходят, спекулируют там, мнением людей, потому что они хотят там ввести наших людей в состояние ужаса, страха и так далее. Каждое коммунальное предприятие, которое оказывает определенные нам услуги в сфере ЖКХ, имеет право подать предложение по повышению тарифов. Предприятие СКС, которое занимается вывозом мусора, предоставило такое предложение, что и как они посчитали, что тариф должен быть там 48 гривен, да, с НДС уже для одного прописанного человека в квартире для вывоза мусора. По процедуре этим всем занимается СКС. Они назначают общественные слушания, предоставляют всю информацию в городской совет, исполком направляет в согласование в антимонопольный комитет, все наши отделы проверяют экономическую обоснованность, и уже конечная стадия рассмотрения исполкомом. То есть на сегодняшний день решение не принято. Я хочу сказать, что исполнительный комитет будет рассматривать данный вопрос только при наличии экономически обоснованного тарифа. Тот тариф, который они сейчас предоставили, 48 гривен, он не является экономически обоснованным. На мою точку зрения, он является завышенным. Поэтому в таком размере тариф в городе принят не будет. Поэтому я прошу всех жителей города успокоиться и, как говорится, не вестись на удочки у определенных спекулянтов, да, которые там ходят и кричат. Еще, как говорится, полгода назад они хотели украсть это предприятие, а сейчас они тут кричат о том, что они на защите прав людей стоят. Нет, тариф, к сожалению, ситуация такова, что тариф будет пересмотрен, но размер будет экономически обоснованный. На мою точку зрения, это примерно 25, максимум 30 гривен. А тут экономически обоснованный тариф, который позволит коммунальному предприятию существовать. Данное коммунальное предприятие, как в принципе все коммунальные предприятия, они являются убыточными. СКС в прошлом году получил с города 9 миллионов гривен. Да, та разница, которую город покрывал за счет неэкономически обоснованного тарифа и фактическим затратам. С 1 января 2019 года город не сможет покрывать данную разницу. Будет запрет на оказание финансовой помощи. Поэтому предприятие уже заранее и ставит вопрос о том, чтобы подойти уже к следующему году с экономически обоснованным тарифом, чтобы коммунальное предприятие имело возможность оказывать услуги. Но этот тариф будет экономически обоснованным, и мы проверим каждую копейку, которую они в него заложили. Ну, приблизно, яка це може бути сума? Ну, моє мнение, це 25-30 гривен. По Україні, можу сказати, що розміри різні. В Одесі це 19 гривен, в Полтаві це 90 гривен, ну, середня по Україні це в пределах 50 гривен, Мінрегіон буде вважати, що це середній на сім'ю 65 гривен. Тобто в кожному місті по-разному, в залежності від стану комунального господарства, від об'ємів, ну, в деяких містах кілька підприємств працює. Тобто ситуація везде оцінична, але є определена методика предоставлення даних тарифів, і підприємство обов'язано все це розрахувати. Тому тільки при наличии економічно обоснованого тарифу, исполком буде приймати відповідне рішення.
Тобто, якщо порівнювати з областями України іншими, так, там на порядок вище, так, цей тариф? Ну, коли я знаходився неділю назад в місті Києві, була конференція мерів обласних городів, і з тими мерами, з якими я змог пообщатися, або з їхніми замістителями, найменший тариф, який я услышав на вивоз мусора, був 52 гривні з чоловіка. А ви пропонуєте все ж таки 30? Не ми предлагаємо. Предлагає СКС, вони предлагають 48. Я вважаю, що тариф завищений, він не може прийматися. Но то, що я вже встиг побачити, я півтора місяця знаходжусь така в должності, і то, що я змог оцінити фінансове стан підприємства, я вважаю, що економічний обоснований тариф в пределах 25-30 гривень. Зрозуміла ваша думка з цього питання. Ось стосовно того підвищення вартості проїзду в міських маршрутних таксі та в тролейбусах, ось яке вже відбулося це підвищення з 1 квітня, чим воно обґрунтоване? Тролейбус, на жаль, це найбільш наше убиточне підприємство в місті. Якщо в минулому році ми місто його дотирили в сумі 15 мільйонів, тому що ще залишився остаток 16 мільйонів за перевозку льготників. Раніше перевозку льготних категорій фінансувалися з госбюджету. Тому приблизно 16 мільйонів було за госбюджету, 15 мільйонів давав місто на проїзд. То з цього року, навіть вже з минулого року, все это финансируется за счет местного бюджета. По плану на этот год убытки предприятия в связи с перевозкой льготных категорий 32 миллиона гривен. То есть это фактически весь бюджет развития, который у нас есть, мы должны отдать на данное коммунальное предприятие. Ну, конечно же, это невозможно. Такие, ну, 32 миллиона гривен город не может выделить коммунальному предприятию. Поэтому, конечно же, остался вопрос о том, что нужно искать источники, чтобы покрывать, уменьшать данный убыток, чтобы, ну, хотя бы мы выходили, не знаю, там, в 10 миллионов, 5 миллионов, да, чтобы в те реальные деньги, которые город действительно может вкладывать. Поэтому первый этап – это, конечно, повышение тарифа, потому что тарифы не присматривались. Тарифы, ну, таких тарифов по Украине, ну, нигде нету. То есть в Киеве там 4 гривны в больших, то есть в Днепропетровске сейчас подняли там до 7 гривен. То есть эта процедура происходит не только у нас, эта процедура идет по всей Украине, потому что я же говорю, что с 1 января 2019 года все коммунальные предприятия не смогут финансироваться за счет местного бюджета. Поэтому сейчас все ищут источники финансирования, чтобы в 2019 году коммунальные предприятия могли функционировать. Предприятие также само предоставило тариф на 4 гривны. На заседании исполкома вопрос обсуждался. Я предложил все-таки сделать сначала 3 гривны, посмотреть там месяц, два, три, как улучшится или ухудшится финансовое состояние предприятия, и дальше уже рассматривать. Членам исполкома большое спасибо, поддержали мою идею и сделали 3 гривны, хотя же предприятие просило 4 гривны. Ще хотілося б почути ваші думки з того приводу, чому саме зараз ось у місті Сєвєродонецьку гостро стоїть питання прибирання території біля смітних баків. Знаємо, що на вашій сторінці у Фейсбуці є така, скажімо так, точніше думки свої висловлюють громадяни міста, ось стосовно вулиці Гоголя 6, Гоголя 35, що там дуже багато сміття скаплюється ось на за цілий день, скажімо. І жителі міста це питання виносять на розгляд. Як ви прокоментуєте, чому все ж таки служби, чи недостатньо працюють у цьому напрямку, чи все ж таки багато залежить і від самих громадян? Я хочу сказать, что в субботу и воскресенье, вот, которое, ну, в прошлое, я вместе с народным депутатом Украины Сергеем Шахом, мы прошли практически весь город. Мы были во многих дворах, на улицах, на площадях и так далее. И мы ужаснулись от состояния мусора. Действительно, снег сошел, и все наши улицы, все наши дворовые территории, они просто переполнены данным мусором. В понедельник, вчера на аппаратном совещании, я поднял вопрос о том, что все, снег сошел, погода уже стабилизировалась, и коммунальной службе необходимо приложить максимум усилий. Но тут же вопрос стоит сразу в том, а кто кидает мусор мимо контейнерных площадок? Ну, это ведь в большинстве случаев не дворники. Да, сегодня есть случай, сообщили о том, что дворник это скинул, это опять дворник ОСМД, не сферы ЖКХ. По всем этим фактам, которые мне сообщаются, выводится, то есть чистится, выводится мусорный контейнер, чистятся площадки. И ровно через час люди, жильцы этих же домов, выбрасывают при наличии чистых, пустых контейнеров, выбрасывают мусор возле, то есть мимо контейнера. И потом они кричат, что плохие ЖКХ. Сегодня я ездил по многим, опять же, дворам с начальником ЖКХ. И возле домов на газонах, где балконы, все засыпано окурками. Идет женщина с этого дома, я спрашиваю, ну вам, ну, не, разве вам нравится жить на такой территории? Она говорит, а что могу поделать, эти люди сами бросают. Если эта женщина идет с мусорным пакетом, говорит, я сейчас выброшу мусорный контейнер. Говорит, а сосед у меня ставит этот мусорный пакет возле двери, и, говорит, дворник уберет.
Поэтому я обращаюсь к нашим жителям, пожалуйста, давайте вместе наводить порядок. Мы живем в одном городе, мы его любим, все хотят жить в чистоте и в порядке. Поэтому только совместными усилиями мы сможем навести в городе порядок. А стосовно ситуації також якось ви підняли до розгляду на своїй сторінці у Фейсбуці стосовно ось цих люків відкритих на вулицях міста. Яка зараз ситуація? Чи дійсно у нашому місті так багато відкритих люків? А вже ж це небезпечно для життя людини? Звісно, це опасно. Ми навіть цю проблему обнаружили з Сергієм Шахом, коли ходили, і дійсно є то відкриті люки, є люки, які закриті там ветками від деревів, матрасом, є уже забиты мусором прям доверху. Есть треснутые бетонные люки. Есть бетонные люки, даже которые они и есть, но они вот так вот выступают от дороги, и можно спотыкнуться. И я не знаю, как наши мамочки с колясками там передвигаются. Огромные-огромные проблемы. И когда я вчера на аппаратном совещании поднял замначальника таун-сервиса и говорю, какова ситуация с люками, то его ответ меня, конечно, поразил. Он говорит, по нашей информации все люки у нас закрыты, нет ни одних открытых люков. После чего, конечно, я ему предоставил сразу же информацию, где есть открытые люки, которые мы обнаружили. Ну, спасибо, то есть те, что были открыты, я уже во второй половине дня таун-сервис их закрыл. Поэтому я обратился через социальную сеть Facebook к нашим жителям, чтобы они мне сообщали. Возможно, не все люки таун-сервиса. У нас есть еще и теплоснабжающие предприятия, которые имеют люки, есть телефонные люки. Но мы будем, по крайней мере, разбираться. На основании этих сигналов, которые мне люди поставляют, я уже через коммунальную службу буду выяснять, на чем они балансе находятся, и буду требовать от данных коммунальных предприятий, либо это частные предприятия, чтобы они привели в порядок и закрыли данные люки, потому что действительно у нас есть опасность. Улицы ночью не освещаются, и есть опасность того, что люди могут просто-напросто упасть и травмироваться. Також є така інформація, яка сьогодні оприлюднилася. Це стосовно народного депутата України Євгена Бакуліна. Його все ж таки оголосили у розшук. Також він був народним депутатом від міста Северодонецька і прийняв рішення про закриття своєї прийомної у нашому місці. Відповідний документ оприлюднили ви у себе на сторінці у Фейсбуці. Які ваші думки з цього приводу? Ну что, все мы знаем, все мы были здесь в 2014 году, когда были выборы в Верховную Раду, и все мы знали, что Бакулин баллотируется туда ради получения депутатской неприкосновенности, потому что он фигурировал по ряду уголовных дел, связанных с Нафтогазом и связанных с различными иными моментами. Поэтому он, все мы помним, как он раздавал по 200 гривен, как сетки эти работали, я лично документировал, лично вызвал работников полиции. Но, к сожалению, уголовные дела были открыты, но после того, как Бакулина избрали, все эти уголовные дела были закрыты. Ну, под связи с тем, что я не знаю, ну, скорее всего, никто же не хочет связываться с народным депутатом Украины. Поэтому всему было свое время, ну, к сожалению, я считаю, что гораздо раньше нужно было привлекать, еще до выборов в Верховную Раду Украины Бакулина, потому что действительно та информация, которая имеется, что этот человек причастен к ряду особо тяжких преступлений. И, видимо, уже знают, что его объявляют в розыск. И мы знаем, что его ни разу не было ни в Верховной Раде Украины, его ни разу не было в городе Северодонецке. Я даже не знаю по факту, в приемную того, кто-то обращался или нет, потому что я, например, не видел там какие-то столпотворения людей. Если, когда я был помощником народного депутата, у меня постоянно люди заходили в приемную, там я не наблюдал данной ситуации, то поступило обращение о том, что о закрытии с 1 апреля его помощники освободили помещение, и данный договор был расторгнут. То есть по факту на сегодняшний день в городе Северодонецке есть только приемная одного народного депутата, это Сергея Шахова. А все ж таки, на вашу особисту думку, чи вдасться Бакуліна притягнути ось до цієї кримінальної відповідальності? Ну, реально, я считаю, что, скорее всего, нет, потому что человек находится уже длительное время, проживает на территории России. Российская Федерация, ну, при наличии действующей власти, никогда не выдаст разрешение на экстрадицию данного человека. Поэтому, скорее всего, вряд ли. То есть при наличии только того, что Россия даст разрешение, либо человек где-то уедет в Европу, и уже европейские органы полиции смогут его задержать и экстрадировать на территории Украины. На сегодняшний день, ну, если он будет находиться в России, скорее всего, вряд ли. Повернемося до підвищення вартості проїзду. Ось, чи будете ви розглядати онлайн-петицію на зниження проїзду в маршрутках? Вона все ж таки набрала 359 голосів з необхідних 300. Ну, это обязанность городского совета. Я как бы в сессии городского совета депутатский корпус во главе с городским головой, секретарем городского совета, поэтому они обязаны двухнедельный срок созвать сессию городского совета и рассмотреть данный вопрос, конечно. Но это обязанность депутатов, и я считаю, что данный вопрос, раз он набрал необходимое количество голосов, обязан быть рассмотрен. А уже как проголосуют депутаты, это уже вопрос второй.
Дякую, пане Ігорю, що завітали до нас у студію та відповіли на наші всі питання. А я нагадаю, шановні телеглядачі, що у нас у студії був Ігор Слєсарєв, перший заступник Сєвєродонецького міського голови.